Всем привет! Вы все, конечно, слышали про рэпера Моргенштерна Алишера Тагировича. Лично я наблюдал за его YouTube-каналом практически с самого начала. Не так давно он открыл в Москве свой ресторан «Кайф». Собственно, все это не важно, и я не стану, пожалуй, рассказывать о нем или рассуждать, критиковать его творчество. Сегодня я хочу рассказать о тренде, который он запустил 2 дня назад. Тренд, который заставил многих задуматься о нашей человечности, о том, на что мы способны, если объединиться вместе. В 30 километрах от меня в городе Тимашевск живет маленький мальчик Илья Худоба, которому 3 года. Те, кто давно подписаны на мой канал, должны помнить, как мы в прямом эфире переводили ему деньги на лечение. У него спинальная мышечная атрофия 2-го типа. Стоимость лечения составляет 168 миллионов рублей. Такова стоимость препарата Золгенсма. Всего один укол, который ему спасет жизнь. Моргенштерн за 2 дня перевел ему более 13 миллионов рублей. А те, кто присоединились к этой акции, еще 15 миллионов рублей. Сегодня я также присоединяюсь и перевожу 100 рублей от себя. Каждый из нас в день больше тратит. А если каждый из нас отправит хотя бы эту сумму, вместе мы поможем спасти жизнь ребенку. Все реквизиты и ссылки я оставил в описании. Присоединяйтесь к акции «Добра».